второй тайм. Олимп 1-0. Слышь, кто тут еще играет? Кто с Олимпом играет? Фактакор. Помогите, закройте! Я запретил, я уже по интервью, как сыграли Люди просто не получается, ты гараж занял. Люди просто. Можешь повыше поднять? Ну так. Не, я имею в виду этот. Да не, садись. Стоп, садись. Сама камера была повыше. Садись, садись. Ну, ты этот крути там как под угол света. Как надо. Я понял, понял. Не так. Мы команда, я северный. Давай, думай, раз. Взял. Замена есть. Ну, а мы на кек, Рейк, вот замена. Спокойней! Ну по центру зачем, Миша? Ну потом награждение второй стороны. Так а через сколько поля там? Да, награждение. На самом деле такое долгое награждение. Должны было быстрее. Нам ты построили. А что за мероприятие? А вы что на него не заявили? А я не знаю, почему. Нас не доехало три команды. Мы два раза в год провожу. А где смотреть следующий турнир? Как, в смысле? Группа ВКонтакте есть. Футбол, нижнее подчеркивание, СПБ. И можно заявляться так же, да? Форма заявки свободная. Ну не свободно, там есть форма заявки, ее там. То есть 8 человек, да? 7 плюс 1, то 12 человек команда. Замен сколько хочешь? 7 плюс 1 одна команда. До 12. Заявка. Да. И 5 замен. 10. А, то есть может один игрок поиграть, потом заменится, сюда поиграть. Нормально. Выборная кампания у вас какая-то? Это турнир, который я провожу два раза в год, последние лет 7. Инициатива.
А в чем подоплека тогда ваша, как бы? Тайм, сколько уже? Там есть. 5 минут прошло! 2 минуты, да, осталось? А кто выигрывает? Алим, Манишка, который. Алим, да. Какой счет? Какой ты Василий, скажи? Время. 7 минут уже. По 7 минут же. Наконец-то давайте на это самое. Как какой счет? 1-0 так и остался. Олимп 1-0. 1-0 Олимп победил.